На выставке World Food 2022 я чуть-чуть чувствую, что как будто бы попал в сказку. Это объясняется тем, что у нас на столе живая вода. Живую воду принесла нам Марина Котова, представитель компании «Живая вода». Марина, расскажите, пожалуйста, что у нас здесь за жидкость, которая так маркирована? Добрый день. Я представляю компанию «Живая вода». Мы на рынке существуем в новом составе третий год. На столе представлены напитки линейки на сахарозаменители и питьевая вода и на сахарозаменители. Почему «Живая вода»? Почему такое название? Этот бренд сформирован уже порядка 22 лет на территории Оренбургской области, и новые собственники решили не менять правил и оживить всех хорошим настроением и водой, именно, ну, сохраняя бренд завода. Так, как я услышал, значит, наша живая вода из Оренбургской области, а насколько широко она представлена по России? На текущий момент это территория Стерлитамака, Тольятти и Башкирии, и самой Оренбургской области. Планы по расширению? С этой целью мы присутствуем здесь на выставке, чтобы найти себе потенциальных партнеров. Есть какие-то цифры, которые вы себе ставите в качестве цели? Чего вот, что вы будете считать успешным, скажем так? Да, мы достаточно амбициозны, несмотря на то, что мы маленькие пока. Наша цель — расти от года в год, включая федеральные сети, на 100%. Поэтому мы стараемся посещать все выставки, искать новых партнеров, чтобы достигать своей цели ежегодно. Здесь представлен весь ассортимент того, что у вас есть, или ассортимент больше? На самом деле у нас ассортимент больше, стол весь не позволяет вместить весь наш ассортимент. Я повторюсь, то, что мы производим напитки, воду питьевую, газированную и негазированную. Мы производим линейку напитков на сахаре, это 12 витаминов, вот представлены они вот здесь. Это вода, которая входит по 2021 году в лучшие 100 товаров России. И линейка лимонада. У нас есть такая марка, которая является аналогом лимонада, Пепси, Спрайта, да, и колы. Вот. И линейка у нас вот живая вода. Также у нас представлена линейка Оренаква вода. Она более дешевого сегмента, чем сам бренд «Живая вода». По лимонадам и воде для меня, по крайней мере, все более-менее понятно. Меня очень привлекло название напитка «Утолитель жажды». Расскажите, пожалуйста, о нем. «Утолитель жажды» — это наш хит продаж, 12 витаминов. Это газированный напиток, это не энергетик. Он обогащен 12 витаминов. В напитке присутствует витамин С, группа В, кислоты, пантеноновая и фолиевая кислота, плюс витамин С, А и Е. Он на самом деле очень хорошо утоляет жажду, и на территории Оренбургской области это просто для нас бомба. Мы постоянно увеличиваем объемы производства, но постоянно мы находимся в определенном дефиците, потому что на этот продукт появляется большой спрос. Звучит здорово. Я желаю вам и надеюсь, что это станет бомбой не только на территории, да, одного региона, распространится по всей России. Удачи вам на выставке и спасибо большое. Спасибо большое.